Я уже это в интервью говорил где-то, я еще раз могу повторить замечательный анекдот, который сейчас мне рассказали о новом поколении. Вовочку маленькую спрашивают: Вовочка, ты знаешь, кто такой Чапаев? Знаю, говорит он, кто? Негр. То есть как негр, почему? А он с белыми воевал. Понимаете, уже другой совершенно, другая точка зрения, другой подход и все это.